Лангепасе подвели итоги онлайн-голосования по определению территории для благоустройства. Горожанам было предложено выбрать один наиболее значимый объект. В списке городской пляж, центральная площадь, парк, сквер семьи и участок в районе третьей школы. С 2017 года на территории города Лангепас стартовал проект реализации комфортной городской среды. Цель данного проекта – преображение городских территорий, строительство новых объектов, скверов, парков, повышение комфорта и качества проживания граждан. Чем важен проект? Проект важен тем, что каждый житель имеет право изъявить свою волю, обозначить свой выбор в пользу той или иной территории, в пользу благоустройства и создания определенных условий. Большинство опрошенных лангепасцев выбрали городской пляж. Уже к середине лета он будет обновлен. Планируется заново отсыпать песчаный берег, установить раздевалки. Появится и сцена для выступления артистов. Благодаря активному участию горожан в голосовании победила у нас территория городского пляжа, которая будет уже выполнены работы в этом году до 1 июля. Планируется сделать территорию спокойной для спокойного отдыха и для активного отдыха с детьми. Создать новую точку притяжения для жителей города.